Приветствую вас на канале Мир Пикулу Геймс, на связи Александр Приколистов, мы продолжаем играть в игрушку Don't Starve с дополнением Ship Rocket, коробки кушения. У нас 40-й день, я так понимаю, сейчас у нас начнется пора затопления, но в прошлой серии, блин, у меня сломали лодку и все утопло к чертям. Поэтому нужно сейчас быстренько сделать лодку грузовую и вернуться... забрать все барахло. О, отлично, у нас попался попугай. Прекрасно, сейчас мы его посадим в клеточку, накормим жареным мясом, по-моему, у меня было. Оно портится, очень жалко, что портится, блин. Давай. Он нам даст яйца. Мы эти яйца посмотрим, либо съедим, либо я их на порох потрачу. Скорее всего, наверное, я их съем. Так, парус я сделал, теперь осталось... Блин, топора-то нету, зато кирка есть. Нарубить побольше досок, ну, побольше бревен. В принципе, у нас рядом деревья выросли. Ах ты ж... Ё-моё, а? Чего делать? Попробовать там поискать. Кремний кончился вообще. Его вообще нету. Здесь что-то я ломал. Да, все, пропали наши крабы. Попрятались все. Это очень фигово. Поэтому мясное чучело я не смогу сделать. Но я думаю, в принципе, его можно будет сделать только ближе к лету. Но опять же, какое нафиг лето? Так, тут камушки валяются, непонятно почему. О, есть один кремень. Есть у нас один. В принципе, нам его не хватит. Блин, пчелы. Пчелы, забыл я про пчелы. Блин, вот не оставляю я некоторые запасы в кладовой. В принципе, нужно это делать. А что тот же кремень, он у меня утонул весь, который с собой я таскал. И теперь приходится бегать искать его. Вот на это я как-то не рассчитывал. Так, вон у нас еще один есть. Да пчелы, отвалите, уже темно. Тогда делаем кирку. Ломаем быстренько еще камушков, чтобы добыть опять тот же кремень. Так, это мы собираем. Собираем. Ну, как раз селитру немножко добудем к сезону засухи, к лету. Потому что у нас селитры тоже очень мало. А насколько я понял, ее нужно, ну, хотя бы, ну, штучек 30-40. На лето их хватает вполне. Ну, еще один камушек, и побежали рубить дрова. Нам нужно сделать 6 досок и 3 веревки. Поэтому тоже нужно не забывать собирать траву. Так, у нас и здоровья маловато, блин. Рассудок более-менее. Бамбук сейчас еще нужно будет рубить в больших количествах, чтобы делать мешки. Так, а у нас тут энты бродят, насколько я помню. Так, топорик. А, блин, все время забываю. По-моему, у нас золото лежит. Из золота же можно делать топоры. А я всегда забываю, когда вот такие моменты. Кремния нету. Я пытаюсь его как-то найти. А по идее можно... посмотреть. Золото я обычно собираю. Так, погнали. Погнали быстренько рубить. Пеньки я, наверное, не буду брать. Ну, нафиг, блин. Так. Так, кусай. Есть шкурка, спасибо. Дальше погнали.
Уже все забито, блин. Чем только можно. Так, не вижу нифига, кто там у нас. Наверное, вот сюда куда-то. Вот тут много деревьев, больших причем. Отлично. Если что, костер даже смогу поставить. Так, никого. Прекрасно. Так, вот это... Мне не нафиг не нужно семечко это. Так, давай. Давай, родимый, собирай быстрей. Быстрее, давай. Так, костер. Ставь костер. Отлично. О, светлячки появились. У меня есть сачка. Ну, сачок, в принципе, я, наверное, могу сделать, но... сейчас немножко не до него. А нафиг мясо, это не нужно оно особо. Так, еще. На 6 досок, по-моему, 24 нужно бревна. Так, ядовитая. Вот это вот уже как-то меня не радует. А где у меня? Блин, броня-то у меня же была вроде. Я сделал еще одну. Или нет? Птичку спасли. Так, деревья. Все, топор не сломался. Так, и мы уже проголодались. В принципе, еды полно, но нам готовить не в чем ее. Так, банан. Хотя бы. Ну так, сейчас сделаю, пожарю и тупо съем. Конечно, это не сильно поднимает нам голод, но. Сытость, то есть. Ну, хоть как-то. Немножко добавлю. Чтобы было видно вообще, где я тут. Что делаю. Так. Это мы дело сажаем. Обратно. Так, сажай давай. И нам не хватает еще немножко дерева. По идее, лопата, она дорогая, нет. Давайте мы ее сделаем, потом мы тут ее и оставим. Пеньков мне как раз хватит. Так. И еще где-то наверху, по-моему, там были пеньки. А, все, ровно. Ну, мне нужно хотя бы еще немножко дерева. Вот тут пеньки я не довырубал. Кстати, деревьев много я насажал. Они все выросли, большие. Отлично. Так, все. Хорошо. А теперь скидываем это, скидываем это. Что у нас еще из лишнего? Так, кремний немножко остался. Делаем срочно доски, и у меня не хватит на веревки. Так, 4, 5, 6. А, хватит. Мне хватает на веревки. Дальше, по-моему, останется еще на... Так. Грузовая лодка где-то. А где она у меня? Подождите, я же ее делал. Или чего-то не хватает. Вот она. Так, бананы можно скинуть сюда. Здесь у меня гниль лежит. Ладно, все, погнали. Там яйца, кстати, портятся. Это я специально положил. На факел у меня хотя бы будет. Да, на обычный факел у меня будет. В принципе, доплывем. Там у меня есть и фонарики, и все остальное.
Во, кстати, кремний, оказывается, тут лежал у меня. Ну и камушки я соберу, чтобы были. Так, ставим лодку. Запрыгиваем. А вот это вот я не выбросил, жалко. Так, погнали. Вон акулы, блин, эти. Ну отвалите, пожалуйста. Я не буду с ними связываться сейчас, ну их нафиг. Но они не уходят. Они в тот раз меня утопили. Сейчас я ее попробую грохнуть. Мясо. И вон она стоит, я вижу, там еще одна. Так, а нам нужно... куда нам нужно? Аж сюда вот доплыть. Не знаю, за вечер успеем мы или нет. Но нужно постараться. Блин. Там что-то еще из кита вываливалось. Что, не знаю. Я видел, по-моему, парус только я видел. Что вылетал. Только его я видел из кита. Остальное не успел я посмотреть, а там акулы не дали мне посмотреть, и они меня еще утопили. Нужно было просто как-то убегать, ремонтироваться, а я не успел. Я с ними начал драться, пытаться, хотя я мог бы поменять оружие на нормальное. На турецитовую броню, скорее всего, я их убил бы даже. А вот мне еще интересно, Паки у нас живой или нет. Потому что в нем тоже какие-то материалы, которые, по-моему, могут утонуть. Были. Мясо, естественно, уже сгнило. Хотя, может, еще только начинает. Да не, наверное, сгнило уже, потому что столько времени прошло. Так, и они тут. Крякают где-то. Так, и они опять тут, да? Сволочи такие. Они так и остались тут. Бороться я с ними совсем не хочу сейчас. Блин, а они сейчас мне опять могут лодку сломать, а? Дротик мне не помогает нифига. Они вдвоем фигово, вот, когда одна еще ладно, а когда вдвоем. Так, одну убил. Сейчас отомщу я все-таки. Все убил. Правда, лодку, конечно, мне шатали нехило. А так, и срочно-срочно нужно добраться, взять. Попробовать забрать фонарик. Фонарик я не успеваю. А, сейчас полнолуние, фу. Сейчас полнолуние. Так, вот все, что осталось у нас, да? Это вообще все? Тут еще кит где-то взрывался. Подождите, ребята. Да, вот. Вот парус. Хотя можно так сделать. А, так, и тут, наверное, еще что-то должно лежать. Вот жир, я смотрю, лежит. Цилиндр есть. Жир, скорее всего, сейчас у меня испортится. Я его даже не довезу. Правда, не особо это и важно. Вот, кстати, вот этот можно одеть сейчас. Комплект для ремонта у меня, интересно, есть или нет. И как-то все. Ну, акулу, понятно, они сожрали мясо. Скорее всего. Больше я ничего не вижу. И у меня лодка рассыпается довольно-таки нехило.
посмотрим, что у этого тут есть доски. Доски есть, но, по-моему, жал у меня нету. Ну все, возвращаемся домой. По крайней мере, у меня есть немножко мяса. Этот. Кстати, вот здесь Пакима. Блин, каждый раз. А, Паким Бэггинс. Он просто говорит осмотреть его. Так, понятно, у нас крыша едет опять потихонечку. Ну, из-за того, что мокрый. Это нормально. Так, вот это вот, кстати, можно выкинуть. Ну, казан, по крайней мере, не тонет. Это уже радует. Сейчас главное покушать хорошенько. Сделать комплект для ремонта лодки. Даже я парочку, наверное, сделаю. И, наверное, порубим немножко. Блин, да как вы достали-то, а? Порубим немножко бамбука. По крайней мере, изучу хотя бы мешки вот эти вот песчаные. Ну, из песка. Мешки с песком. Так, не хватало сейчас еще разок утонуть. Так, выпрыгивай. Все. Так, отсюда можно забрать вот это. И, в принципе, все. Сейчас тогда что-нибудь изучим. Ну, даже вот из этого жира что-нибудь сейчас сделаем. Как вариант, чтобы рассудок поднять. Покушаем, сделаем комплект для ремонта. И, в принципе, наверное, дальше пойдем куда-то путешествовать, пока нам позволяет погода это делать. Не, рассудок падает, цилиндр не помогает нифига. Так, я уже куда-то убежал не в ту сторону. Вот наш дом. Наша база. Такая простенькая, особо ничего я еще и не сделал. Так, поехали. Из жира можно сделать какую-то куртку. Не знаю, буду я ее носить или нет. Скорее всего, нет. Но сделать я ее могу. Так, ко мне уже гости пришли, да? Перевод страны посадить. Так, броня. Ну, на объем топлива ужаса. Тоже неплохо. Да нифига, я подумал, умер, блин. Я аж так подвисло. Я подумал, все, кирдык. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Здоровье пока еще есть. Поэтому норм. Так. Блин, ну вдвоем неудобно с ними бороться. Уже темнеет, да? Так, давайте уже. Выдыхайте, блин. Почему так долго-то, а? Еще один пришел. Уже пора бы тебе сдохнуть. Давай быстрее. Есть топливо ужаса. Так, лечиться у нас, по-моему, где-то были или утонули. По-моему, я подбирал бинт медовый.
без брони. Плохо. Броню я выкинул. Понятно, у меня голод еще. Фигово. Опять эти синевые монстры. Блин, как вы достали. Неужели такое слабое вот мачете сейчас стало? Еще и крюк пришел, а? Вы смотрите, что творится, а? Даже не знаю. Короче, придется есть мясо. Так, мне лечиться нечем. У меня в рюкзаке, по идее, есть лечилки, но я сейчас даже, наверное, успею, по идее. Успеваю. Мне бы еще дрова закинуть успеть бы, а? Блин, я аж вспотел. Сижу сейчас, аж вспотел, блин. Так, ушел. Зашибись, ушел. Так, быстренько изучай, блин. А чего не хватает? А, в рюкзаке у меня все лежит. Наверное, да? Ткань, или я ее не взял? Где ткань? Ткань есть. А чего не хватает-то на этот? Блин. Нет у меня этих. А, так, нужно тогда срочно кушать, делать что-то. Так. А, не знаю, банан так кушал. Закидываем это. А, не знаю, вот, мед закину. Готовься. Так. А вон этот дрыхник, кстати. Сейчас пока некогда его брать. По-хорошему взять бы его и отвезти на другой остров уже. А то он тут, я боюсь, у меня сдохнет. Да блин, сколько можно-то? Все, есть, готов тоже. Так. Покушать, по-моему, сделалось. Нет, еще не сделалось, но сейчас сделается. Готово. Так. Давайте вот этого товарища. Блин, не убить бы его. Взял. Успел взять. Ой-о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 й. Так. Лечимся. Лечимся. Здесь вот эту шапку нужно. И опять. Ну, по крайней мере, топливо ужаса сейчас добудем. Я не знаю, сделать... Ох ты, проломил он мне. Так, еще один. Так, что из жира-то можно сделать еще? У нас его много. Блин, опять они мне мешают, а? Где у меня цилиндр? У меня около них рассудок еще падает. Можно сделать, конечно, замок попробовать из песка. Я не помню, там, по-моему, тоже нужны эти. Либо водоросли, либо пальмовые листья, которых у меня с собой нету сейчас. Так, ну сейчас, по-моему, теневые монстры пока не должны меня трогать. Делаю тогда еще себе из меда вот эту штуковину. Так, вот так вот. Я не знаю.
Блин, руби. Давай, 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 давай. Так, жарим. Жарим. Жарим все их нафиг. Так. Давай, готовь. Что можно сделать? Там что-то можно еще какой-то из жира фигню можно сделать было. Ветровку. Да, вот одна веревка нужна. Супер веревка. Я могу сделать. Могу. Давай, делай хотя бы ее. Тупо для того, чтобы хотя бы рассудок поднять. Потому что жир испортится, он мне особо и не нужен. Не знаю, еще сделать одну веревку. Ткань я не делал. Вот сейчас сделаю ткань как раз. Правда, не с чего. Эта птица задолбала мне. Тут она прыгает. Ткань нужна будет все равно. Поэтому делаем. Так, а попугай нужен, по-моему, для... для шляпусника. И сделать мы его можем. Да, нужна шапка. Для шапки вот, пиратской. Кстати, я ее, может, даже сейчас поношу немножко. Пиратская шляпка тут, наверное, да? Давай, 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 быстрее. Паутинка, веревка и... и косточка. Кстати, у нас этот подыхать начинает. Не, отнесу я его пока сюда, ну его нафиг. Просто подальше от себя отнесу. Все, он сам себе найдет, что пожрать. А то я боюсь, как бы он не сдох сейчас. Жир, не знаю, блин. А, его может готовить можно из него. Во, сейчас попробуем. Нельзя. Но его можно как топливо добавлять. Тоже неплохо. Так, у нас есть семечки. Покормить. Чтобы у нас попугай не сдох. Так. Мне нужна косточка. Были же косточки. Нужна косточка. Нужна паутинка. Тоже были. И нужна веревка, если я не ошибаюсь. Так. И пиратская шляпа должна быть где-то тут. А, она в самом конце, по-моему. Давай, 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 давай. Так, одеваем эту шляпку пока. А, так, нам нужны еще доски. Кстати, у этого полно еще всякого барахла. Нам нужны еще доски, и тогда мы можем сделать уже, по идее, вот этот пиратский шляпусник. Опять приперся. И он что-то там жрет, блин. А, доски выгрузил, блин, они же мне нужны. Они мне нужны. Мне пока вот этот, ладно, уберу. Так. Делаем. Ставь. Делаем, чтобы был. Потому что, блин. Так. Что-то мы можем сделать. Ну, блин, какую-то фигню, мне кажется. Тут у меня по-любому мясо все сгнило. Он у меня там жрет ягоды, я так понимаю, да? Да, жрет ягоды, паразит такой. Не знаю, вот так вот. У меня, по-моему, нету мяса. Попробую, но мне кажется, сейчас получится какая-нибудь опять фигня. Так, из бамбука мы можем сделать...
вот эту вот всю просуду еще поднять немножко. Отвалите. Стой, 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 стой. Да, блин, кашиться получилось. Фигово. Ну, наверное, я сейчас пойду. У меня там где-то мидии. Я ставил на мидии палку. Сбегаю за ними. Так. И вот это еще нужно, да. Стоп, стоп. Поймал, поймал. Так. Поймал, поймал. Конечно, рассудок я так быстро сажаю, но... Так, где он у меня? Ну, по крайней мере, наловил немножко светлячков, чтобы они были. Так. Из ненужного. Кстати, нужен пепел. Так. Так вот я сделаю сейчас пепел, значит. Я надеюсь, не загорится у меня ничего тут. Пепел сделал лечилки из вот из этих желез и камней. Так, я хочу есть уже нехило, причем тоже изучим это дело. Не понял я, рассудок поднялся или нет за счет этого. Так, и покушать. Покушать у нас есть только яйца. Давайте хотя бы так. Так. Что у тебя тут есть? Так, это... Короче, все надо у тебя забирать. Покушать, по идее, можно вот и это тоже скушать, но это сейчас совсем, если край будет, может быть, и скушаю. Так. Так. Очень много монеток. Я не знаю, сгонять к этому. Так, а у меня лодки тут никакой нету, да? Фигово. Пауки далеко у меня. Пауки, пауки далеко. Обезьяны недалеко, но у меня банана, по-моему, нету. Блин. С едой проблема началась. Ну, это из-за того, что я без котла был долгое время. Лодка, вот где у меня лодка, я не пойму. Лодка здесь. Довольно-таки далеко я ее оставил. Здесь где-то у меня есть ягодки. Ну, сейчас пока буду добираться, так буду жрать, что попадется под руку. Как вариант, как вариант. Вот еда. Я тебя съем. Фиг. Давай хотя бы еще одна. Дай мне мясо, блин. Дай мясо. Они издеваются, прикиньте, вообще. Когда мне нужно было, они мне не давали. Мясо давали, блин, это как. А вот мясо тоже. Вот тоже мясо стоит. Правда, я быстрее проголодаюсь. Отлично, вот казан с собой не взял. Плохо. Плохо, что не взял с собой казан. Ну, вот из этого получится мясные шарики. Скорее всего, точно. Да точно они должны получиться, поэтому я думаю, не успею я умереть. Казан с собой не взял. И нужно еще лодку делать.
Так, давай. Давай, готовь. А, так, и сейчас что-нибудь съедим. Вот еще мясо прилетело, мне кажется. Да, еще мясо. Отлично. Еще мясо. И есть у нас, по-моему, чем его разбавить. Да нет, нечем мне его разбавлять пока. Так. Блин, броня мне это не нужна. Ты пустой? Пустой. Ну, более-менее вроде очухались. Более-менее очухались. Не, поднимай казан и пойдем. Блин, может лодку сделать вот такую вот хотя бы. Где у меня лодки здесь? Вот такая делается из трех досок. По-моему, у меня есть там три доски и трех вот таких вот штуковин. Чтобы с этого берега еще одна была. Не помню, сколько у меня таких корешков. Один. И да, три доски есть. И куст. Кусты недалеко тоже есть. Давай, родимый, давай. Отлично. И мы сможем сделать лодку. А, четыре, блин. Монеток уже хоть это какое. Как говорится, хоть жопой жуй. Начался дождик. И теперь сейчас начнет, наверное, затапливать все это дело. Кстати, вот еда еще. Топора у меня нет, топора? Нет топора. Блин, где лоза-то еще тут? А лозы больше и нету, да? Только вот туда бежать. Ну, я успею добежать, я так чувствую сейчас. Должен успеть, по крайней мере. А, пересадить лазу к себе, может. Монеток офигеть. Можно в автомат играть до потери пульса. По идее, можно, кстати, еще и делать из нее... из этих монеток слитки золотые. Тоже, кстати, неплохой вариант использования. Много вас. Что-то вас много. Мне вот одну я бы убил бы сейчас. Как-то меня... Я не понял, что-то я отскочил. Так, у меня зонтик есть. Есть зонтик. Сейчас рассудок опять упадет. Так, и темнеет, блин. Факел. Где-то я... Опять я вечно пробегаю свою базу. Где-то тут, где-то тут. Ищи давай. Так. Факел мне пока не нужен. Мне пока нужен зонтик. А есть у нас что из съедобного? Да, есть. Мы сейчас сделаем. Скорее всего, сделаем. Сейчас все пауки долблин. Называется яичница с беконом. По-моему, так. То есть нужно два кусочка мяса. И нужны яйца. Хотя вот я не уверен. Может, сырые нужны яйца. А не вареные. А, и лодку я хотел сделать, да? Да, я хотел сделать вот такую лодку. Отлично, лодка у меня есть. Кстати, можно шапочку сейчас уже сделать, наверное. Из... Да, шлем не сломали. Можно сделать, попробовать шапочку из змеиной шкуры. Так, нужна такая шапка и косточка. Я, кстати, не изучал эту шапку. А может, изучал, не помню. Да, получилось у нас. Бекон с яйцами, как он нам? Ну, неплохо так, на 90. Плюс здоровье, плюс рассудок, наверное, поднял.
Так, нужна косточка. Вот я не помню, по-моему, веревка. Где-то у нас тут. По-моему, веревка. А не, все. Вот у нас шапка. И делаем вот такую себе шапочку. И пойдемте лодку поставим и сплаваем за, как за мидиями. Они у нас тут недалеко, и я надеюсь, что да, наросли. Наросли, скорее всего, даже, может быть, все 6 штук. Посмотрим. Да, 6 штук, отлично. Нужно будет еще поставить таких штуковин. Но первое, о чем нужно позаботиться. Кстати, вот этот, где у нас тут? Рядом с пчелами, но не совсем теми. Опять, как всегда, я сейчас буду рисковать. Я забыл. Забыл я свою броню где-то, я там ее выкинул. Но я вот так вот сейчас аккуратненько. Мне вот этот цветочек по-хорошему посадить бы возле злых пчел. Так. Возле злых. Где у меня злые пчелы? Вот, тут два целых. Ай-я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 й. Все. И пускай он их кушает там всех. Опа! Мясо, мясо, мое! Мое мясо не отдам. Блин. Не начинает затапливать уже. Ну отвалите вы, пожалуйста, от меня. И уже лужи появляются. Это можно сюда засунуться? Нет. Давай вот так вот. Давай по полной уж. Точно, чтобы получилось какое-нибудь классное блюдо. Так, а вот это мы нужно не забывать в качестве топлива использовать. Так, вот это... Блин, прикиньте, опять кашица получилась. Да... Ну что за фигня-то, блин? Так, ладно, это можно так съесть. Блин, кашиц. Ну, прям вообще испоганили весь процесс готовки. Так классно все получалось. Чтобы без устриц получился кашиц, это вообще какой-то бред. Так, и нужно мешки изучить. Они из ткани и, по-моему, песок. Я вот не помню. Нет, я особо его не копал. Ну, копал я его, но... Кстати, вот, по-моему... Сделали, увеличили питательность роллов. Ну, может, если немножко. Так. И опять жрать у меня нечего. Эти засохли у меня почему-то. Нужно забрать рюкзак. Нужно накопать немножко песка. И как-то пытаться вот эти лужи... Вроде как говорят, поправили работу мешков. Ну, работа теперь у них какая? То есть... Так, а сейчас весна, значит, пчелы все злые. Понятно. Вот я попал, залез сюда. Так, они кусают моего... И ты почему, гадина, не растешь-то? Либо они не дают расти. Так, лопата. Да вот они... Чё так долго-то? Почему так за мной теперь бегаете? Эти так и сидят тут. Так, пчелы как бы не... Они за этим, понятно. За моим паки бегут. Нападите его на большого товарища там.
Как же вы достали, а? Давай, давай, бей. Убей его, блин. Достали вы. Так, на тебе. На, это тоже тебе. Пока. Все, пошли делать мешки, пробовать. Песка, правда, я мало взял. Но у меня, по крайней мере, есть еще еда. И сейчас попробую мешки. Я так понимаю, насколько помню, я их 4 получается. По-моему, теперь их нужно прям в лужу ложить. Так, что у нас тут еще есть? Ну не гниль же получится. Отличные продукты там. Вообще шикарные. Пустая бутылка. Так, а чего на мешки-то не хватает? А, самородок, бутылка. А где мешки? Неужели тут? Сена из травы. Деревянная, каменная, известковая. А, вот они. Ну, вот я пока не вижу луж. Ну, там какой-то прилив начинается. Нужно вот это обязательно. Удобряем. Это ягодки. Я их, конечно, немного посадил, но... Блин, вообще, ну, издеваются. Смотрите, получился рататуй. Из таких классных продуктов. Издевательство настоящее. Так. Ткань пускай тут лежит у нас. Мешки с собой буду таскать. И мне почему-то кажется, у меня дофига всего лишнего. Вот это вот понятно нужно нам. Да не так и много у меня всяких. Так, досок у меня, скорее всего, нету. Веревок тоже у меня нету. Ну, хоть более-менее как-то мы отъелись. Хоть как-то мы отъелись, у нас жир еще не испортился. Пока полностью не протух. Хотя бы так сделаю. И у меня нету опять кремния. Я не знаю, покопаю. Попробую покопать. Может тут подсветка, кстати, будет. Да, вот тут подсветка у нас будет. Тоже неплохо. Не очень близко и в то же время не очень далеко. Так, день начался, да? Давай, копай. Вот немножко кремния. Так, а вот это откуда у меня появился тут? Не понял. Ну, кто-то принес, может. Не знаю. Либо вымыло. Немножко камней оставлю, чтобы были. Ну и, в принципе, на этом давайте серию мы заканчиваем. Продолжим уже в следующей серии. Там посмотрим, как работают эти мешки. Я так понял, будет затапливать, наверное, будут москиты. И как-то уже потихоньку нужно готовиться к лету. В принципе, траву еще больше добывать, еще больше вот селитры добывать. Насколько селитры, кстати? А, вот, 16 селитров уже неплохо. Ну и, наверное, будем обследовать опять. Искать острова. Сейчас, кстати, в этот сезон акулы как раз активируются. Тигровый, по-моему, домик у нее вот этот вырастает. И он большой. И там вот эти акулята, или как котята бегают. И так далее. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока. Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх, пишите комменты, рассказывайте друзьям, это поможет развитию канала. Ну и если вы хотите узнавать о новых видео самыми первыми, подписывайтесь на канал Мир Приколов Геймс.